Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Даниила-исповедника Всхиме Стефана Неверцкого. Преподобный Даниил был сначала владетелем одного острова по имени Неверты, иначе Веруи, находившегося близ Гадира, что на юге Испании. Пользуясь счастливым положением своего владения на главном в то время пути морского плавания, Даниил приобрел много богатства. Но как воспитанный в христианском благочестии, он предпочитал служить Богу, нежели мамонне, вожделением человеческим. И, наконец, и от всего отказался, все почитая за сор, чтобы приобрести Христа. Оставил он власть и имущество детям, а сам удалился в Рим и там принял монашество. Из Рима он отправился в Константинополь, где беседовал с царями Романом и Константином, у которых и спросил дозволение посетить Иерусалим. В Иерусалиме, поклонившись святым местам, Даниил принял от местного патриарха Христодула великую схиму с именем Стефана, но там же ему пришлось перенести много и досаждений, и даже побоев от нечестивых сарацин. Оттуда он прошел в Египет. Здесь он схвачен был и посажен в темницу, в которой томился, испытывая и голод, и жажду, и всякие злострадания с посаженными вместе с ним двумя священниками в продолжение 6 месяцев. После того преснопоминаемый святой представлен был Амиру Египетскому, который возложил на него тяжелые оковы и принуждал отречься от Христа. Но святой остался непоколебим и, не обвинуясь с дерзновением, исповедал, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, за что и подвергся многим и разнообразным страданиям, изнемогая, от которых он и умер. О кончине своей Даниил получил предвозвещение от Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святого пророка Даниила и 3 отроков Анании, Азарии и Мисаила, священномучеников Александра Савелова, Николая Бельчикова, пресвитеров, и священномученика Сергия Флоринского, пресвитера, священномучеников Петра Покровского и Иоанна Земляного, пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.